это балетный представитель. Может, это балет для воздушных змей. Может, они сегодня борющихся не пускают змей. Ну, увидим. Хорошо, люди умеют ими управлять. Говорят, что это вот обращение 360 градусов. И особенно 360, если обращение. Не 180, 360. Это очень небезопасно для того, кто управляет змеем. Как кончилось, они дальше танцуют. Классные змеи, Настя. Мы уже думали идти домой, потому что нам сказали, что представление кончилось. Потом заметили, уже отходя на паркинг, заметили, что еще одно представление. Красиво. Мне кажется, это то, что они называют балет воздушных змей. Ballet of Kites. Знаешь, они сегодня из-за погоды отменили борющиеся японские змеи. И были тоже бумажные японские змеи. Что они должны были с другом бороться. Ну что, хотя бы посмотрим. Это репетиции делали перед завтрашним днем, поэтому не сказали, что больше не будет сегодня представление. Это просто была репетиция перед завтрашним днем. Да, как пара. Ой, что